Друзья, всем привет! Всем привет! Еще я хотел лягуху поймать. Они меня опережают. Долила немножко воды сегодня. Вот ведро воды доливаешь, и добавляется примерно где-то сантиметр. Такой более-менее водоемчик. Объемный, да? Моя собака. Дождался, улыбака. Сейчас пойдем гулять. Пойдешь? Ага. Ну, пойдем. Листья желтеют. Виноградик синеет. Вот он какой. Надо его полить. А то он там какой-то ветках в изюм превращается. Даже не буду пробовать. Уже слюни потекли. Идем дальше. Манюня, а что это ты? Возле сарая прям. Где-то вчера поранила лапу. Ну, я обработал. Но не хромает, и то хорошо. Так, рыжий уже сидит, ждет. Рудик, кисюня. Кошмар, как листья начали сыпаться. А вот тут, смотрите, вот одно гнездо. Вот второе гнездо, не знаю, чьё. Облюбовали себе тенечек там. И балдеют. Коты мне гнездовые. Кошмар. От жары всех бока поупадали. Рудик, кися. Кисюня. Эй, шо ты? Да не, пузико вроде есть чуть-чуть. Едят, но слабо, сильно жарко. У всех такое, видать, легкое недоумение. Думаю, это что ж такое, когда уже жара закончится. Пойдешь? Лапища. Сэмика не видать. О, яблоко. Так. Ну, видите, оно портится прямо на дереве. И уже такое порченное. Эх, да, что значит жара. Поливаю постоянно. Но не этого не хватает, видать. Просто сильно жаркий воздух. И они прям на дереве горят, гниют. Ну, то ладно. То не самое главное. Рыжий уже ждет. Идем, идем, кисуня. Пошли. Сейчас придут кумовья в гости. Посидим, пообщаемся, повспоминаем. В общем, такое дело. Суббота, тепло, последний день лета. Надо поговорить, посидеть. Да, друзья мои, завтра уже 1 сентября. 2 сентября начинается учебный процесс. У нас он будет, конечно, дистанционно все это дело. Ну, как пораспускали цветочки. Потому как потому. Ну, ничего. Главное, чтобы хоть что-то откладывалось в голове. Ну, вроде ребятенок так серьезно относится к учебе. Хорошо у него там уже получается, что там 3D-модели, смотрю, рисую, чего-то там. Ну, молодец. Сейчас примерно через часик тут будет такая, как говорят, небольшая полянка. Посидим на природе. Смотрите, на вот этой красоте. Так, а ну-ка, побежали, побежали, побежали. Ха, и уткам даже лень бежать, а вон она стартнула. И затихло. Да, даже уткам лень бегать от жары. Сейчас около тридцатника, 30 градусов. Опять он задымленное небо, опять что-то где-то горит. Печально. Ну, тут уже из березы листья на воде, вон она в воде плавает. Потихоньку, вон уже верхушки березы, желтеют листья. Как быстро пролетело лето. Просто какой-то кошмар. Включили сиренку, но, по-моему, это отбой. А ты уже ждешь, хитрец, да? Да, это отбой, это короткая. Ты же хлебушка ждешь, моя собачура. Эх ты улыбака. Эх ты ж хитрый. Так, лебеди не плывут, они там далеке. Ну тогда...
Будешь? Ага. Эй ты, кожаный нос. Держи. Кушай. Присутствует ветер, но все равно отсутствует, скажем так, свежесть. Жарко и душно на улице. Это сейчас 100% будем здесь сидеть общаться, и лебеди сюда к нам приплывут. Ну, что-нибудь вкусненького кормим, покинем. Там помидорчик можно порезать, не знаю. Я же думаю, ну, можно помидоры кушать. И такое. Коты лентяи. Никто не захотел идти с нами. Рыжий где-то там топтался и отстал. Все где-то там стараются меньше шевелиться, потому что сильно жарко. И он собакин так медленно, не спеша, ест хлебушек. Как интересно, он кушает кости. Зажимает между двух лап. Я сейчас даю рыжий. Немножко другие года чаще. Потому как ни крути, ему кости нужны, а зубы уже не те. Поэтому щадящий у него такой. И кости не сильно твердые, такие сахарные, мягенькие. Ходят поверху маленькие рыбки. Так, а что если кинуть им, у него в кармане кружки? И так-то их много. Не, крошки утонули. Рыба вон там плавает, с той стороны. Под вербой. Да, сантиметров на 50 с чем-то вода упала. Я же как-то говорил, представьте это, умножить на гладь озера, на масштаб какой. Представьте, сколько воды испарилось. Дождь, который был в этом году, можно, наверное, на пальцах одной руки просчитать, сколько раз он был. Все обезвоженное. Ну, тут хорошо, тут вода близко, и деревья питаются. И то, вот я смотрю, хана вот этой вербе. Все, засохло все. Или от переизбытка влаги, или от жары, которая в этом году накрыла всю землю. Вот он, мой красавчик. Вот он, мой круассанчик. Эй ты, лапусик такой мягенький, рыженький. Да что ж такое? Пойдем, иди сюда. Пошли. Идешь? А, ну а куда же деваться? Эх ты ж, мой кисюня. Кто-то еще там вырывается. Тоже у него такая смешная походка, особенно когда он бежит. Такие рыжие штанишки сзади. И хвост. Хвост — это отдельная вообще, отдельная тема. Так, остальные я не знаю, эти коты. Пойдем, мы, друзья, сейчас все подготовим. Перчик свой. Нарежем помидорки. Там какие-то что-то Оксана еще готовит. И посидим, культурно пообщаемся. Всем, друзья, тихой, мирной субботы. Тихой, мирной, спокойной. Спокойной ночи, вечера. Шо, Люся? Одни глаза блестят. Кто-то там ломится с этих, из котов. Всем всего самого наилучшего. Остаемся на связи, друзья. Всем-всем пока.